Шановні друзі, поруч зі мною Максим Щубинський, капітан команди СК «Нафтогазтрах». Максиме, сьогодні ваша команда мала здобувати 3 очки. Чому все-таки не вдалося втримати цю перемогу? Конечно, игра есть игра, футбол есть футбол. Так получилось, течение обстоятельств, видели. Последний гол, конечно, у нас вывел из колеи. Вина вратаря. Но, тем не менее, мы одна команда, значит, проиграла вся команда. Ну и «Нафтогаз» Украина достаточно сильная команда. Она уже играет, если мне не изменяет память, лет 5 таким составом. Поэтому, а так как у нас молодая команда, я думаю, что победы придут к нам. Почему такая низкая сегодня реализация? В принципе, мы работаем над этим на тренировках, но, к сожалению, на тренировках все влетает, здесь не все. Ну и против нас играют же не манишки, а игроки тоже достаточно квалифицированные. Поэтому, я думаю, ничья – это закономерный результат данной игры. Почему так много было нервов сегодня на поле? Ну, скажем так, это принципиальная игра. У нас «Нафтогазтрах», у них «Нафтогаз Украина». В принципе, у нас давно уже такие, скажем так, отношения на поле не дружеские. За полем мы забываем все обиды, и как бы у нас все нормально. Но нервы, потому что каждый хочет выиграть. Это не мудрено. Выходить в лигу Д-Голд и проигрывать, я считаю, это неправильно. Только победа, поэтому и задача у нас тоже побеждать в каждой игре. Но, к сожалению, не всегда получается, поэтому... Как вас тренер налаштовал на це дерби? Ну, тренер, как всегда, настраивает только на победу. Максимум концентрации. К сожалению, у нас вот эта проблема. Последние минуты. Минимум концентрации. Ну, работаем, работаем и будем еще работать над этим. Дякую, успехов на наступному поединку.